Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Такая шапочка отлично подходит для малышей. Она закрывает со всех сторон и шейку, и плечики. И вот плотно облегает по лицу и нигде не поддувает. То есть хорошо защищает от холода. Внутри ее можно утеплить, например, флисом. Тогда будет вообще отлично. Так, вязала я эту шапочку из такой вот пряжи, семеновская пряжа Светлана, Classic Line, в 100 граммах 250 метров и состав 50% шерсти и 50% акрила. Так, вот такую вот пряжу использовала. Ниточка в два сложения, такая теплая получилась. Ушло у меня два мотка и ниточка в два сложения. Так, для вязания нам потребуются спицы номер 3,5 и номер 4, вот такие я использовала. Для вязания резинки вот это использовала спицы 3,5 и для вязания основного, самой шапочки, спицы номер 4. Так, также нам потребуется дополнительная спица для вязания вот этих косичек и несколько маркеров, чтобы отмечать, где что вязать. Так, шапочка связана на размер 48 и обхват лица 46 сантиметров. Плотность вязания 18 петель в 10 сантиметрах и 30 рядов в высоту. Так, ну вот такая вот она у меня получилась. Вот здесь идет резиночка, она идет плотно по лицу. Если не как бы она маленечко от так, при желании можно вот по кругу продернуть шнурочек и еще немножко вот стянуть. Если она, ну, маленечко расходится, так не плотно идет по лицу, то можно стянуть шнурочком. Так, ну, здесь она идет, закрывается по принципу пятки и здесь переходит в манишку. То есть манишку я большую не стала вязать, плечики закрывает и достаточно. То есть ничего нигде не поддувает. Вот. Сзади вот она такая получилась. Вот. И если она вам нравится, и вы хотите связать для своих малышей такую шапочку, то давайте тогда приступим к вязанию. Так, и так, итак, на спице номер 3,5 я набрала 85 петель плюс одну петлю дополнительную, 86 петля, для того чтобы замкнуть круг. Так, сразу хочу сказать, если неудобно сначала вязать на круговых спицах, то вы можете использовать любые спицы, например, комплект из 5 спиц, и потом дальше уже перейти на круговые. Так, и значит, чтобы замкнуть круг, вот мы протягиваем последнюю петлю
вернее, через последнюю петлю, вот эту вот первую, вот таким образом. И все, у нас на спицах осталось 85 петель. И дальше вяжем резинкой, то есть одна лицевая и одна изнаночная. Одна лицевая и изнаночная. Лицевая и изнаночная. Так, вяжем резиночку примерно 3 сантиметра.
Итак, 3 сантиметра мы провязали резинки. Так, и дальше продолжим вязание примерно 2 ряда лицевой гладью. Так, после резинки мы переходим на спицы номер 4 и продолжаем вязать спицами номер 4. Так, и вяжем 2 ряда лицевыми петлями. Вяжем 2 ряда лицевыми петлями. Так, во втором ряду последние петли, то есть вот начало вязания, да, вот будем считать центром, где у нас замкнулся круг, вот 9 петель, последних 9 или 10 петель, в зависимости от того, сколько у вас изначально было набрано петель, то есть я оставляю вот 9 петель отсюда и 9 отсюда. То есть 18 петель я оставляю для, ну, как, для подбородка. Да? Вот. И вот эти вот я 18 петель снимаю на дополнительную спицу. То есть вот хвостик у меня будет центр, 9 петель до него и 9 петель после него. То есть 18 петель я снимаю вот на такую булавку. Их мы пока вязать не будем. Так. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18. 18 петель. Так. Итак, дальше мы продолжим вязание лицевыми и изнаночными рядами. То есть вяжем не по кругу. И вяжем первый ряд. Вяжем первый ряд и делаем разметку для нашего рисунка. Итак, кромочная, 6 лицевых, 6 лицевых, изнаночная, 6 лицевых, 6 изнаночная, и дальше будем чередовать 6 и 7 лицевых. Так, 6, дальше 7 лицевых, 6, 7, 1 изнаночная, 6 лицевых, 1 изнаночная и 7 лицевых. И вяжем до конца ряда, чередуя 6 лицевых и 7 лицевых. Между ними у нас идет 1 изнаночная. И в конце ряда закрываем 6 лицевых и кромочная. Итак, провязали ряд, вяжем второй ряд. Кромочная. Дальше 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. Так, 6 петель должно, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Чередуем 6 петель, 1 лицевая, 1 изнаночная. Дальше лицевая, 6 изнаночных. 6 лицевая, и дальше чередуем вот эти вот 7 петель, лицевая и изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, так, и лицевая, 7 петель. Дальше 1 лицевая и снова 6 изнаночных. Так, 1 лицевая
И опять 7 петель вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, и вот так до конца ряда. Провязали, снова лицевая и 6 изнаночных. Так, провязали. Следующий, третий ряд. Кромочную снимаем. Так, лицевую провязываем лицевой и за переднюю стенку, а изнаночную снимаем, не провязывая, и перед ней делаем накид. Накид и сняли. Снова лицевая за переднюю стенку, накид, изнаночную сняли. Лицевая, накид, изнаночную сняли. Следующая изнаночная и 6 лицевых. Так, после лицевых снова изнаночная, так, перед и после, и опять вяжем. Так, здесь у нас началось с изнаночной, то есть перед ней делаем накид, снимаем, лицевую провязываем за переднюю стенку, снова накид, изнаночную снимаем, лицевую провязываем за переднюю стенку, накид, изнаночную снимаем, лицевую провязываем за переднюю стенку. Так, и накид, изнаночную снимаем, следующую изнаночную провязываем. И опять 6 лицевых. Изнаночная. И продолжаем вязать до конца ряда. То есть опять перед изнаночной делаем накид, снимаем, лицевую провязываем за переднюю стенку, накид, снимаем, провязываем, накид, снимаем, лицевую провязываем, накид, изнаночную снимаем, следующую провязываем. Вяжем до конца ряда. Так, следующий, четвертый ряд. Кромочную сняли. Так, петлю с накидом снова снимаем и опять петлю с накидом опять снимаем, и перед ней также делаем накид. Изнаночная петля, ее провязываем лицевой, снова делаем накид, и петлю с накидом снова снимаем, не провязывая. Лицевая, и опять накид, и петлю с накидом снимаем, не провязывая, и лицевая. Дальше у нас будет лицевая над лицевой, дальше 6 изнаночных по рисунку, одна лицевая. И опять накид, петлю с накидом снимаем, следующая лицевая. Накид, петлю с накидом снимаем, лицевая. Накид, снимаем, лицевая. Накид, снимаем, следующая лицевая над лицевой, и так далее. Продолжаем до конца ряда вязать. Итак, пятый ряд. Кромочная, одна лицевая, вот петлю с двумя накидами мы провязываем вместе изнаночной петлей, и снова одна лицевая, и вот 3 вместе изнаночной, лицевая и 3 вместе изнаночной. Так, и дальше у нас будет одна изнаночная,
вот перед косичкой, и дальше мы вяжем косичку. Две косички у нас будут идти с наклоном вправо и две с наклоном влево. Так, первые две мы делаем с наклоном влево, 3 петли снимаем, оставляем перед работой, провязываем 3 лицевых, затем 3 лицевых с дополнительной спицы, тоже провязываем так лицевыми петлями. Раз, два и три. Так, перед и после косички у нас идет по одной изнаночной. Так, дальше у нас идет рисунок ежик. Так, вместе 3, лицевая, 3 вместе изнаночной, лицевая, 3 вместе изнаночной, лицевая. И снова 3 вместе изнаночной. Вот такими вот шишечками, ежечками получится. Так, опять изнаночная. И снова косичка с наклоном влево. 3 петли снимаем, вставляем перед работой. Провязываем 3 лицевых. И затем 3 петли с дополнительной спицы. Тоже провязываем лицевыми. Так, провязали. 1 изнаночная. Дальше 7 петель узор ежик. Так, 3 вместе изнаночной, лицевая, 3 вместе изнаночной, лицевая, 3 вместе, лицевая и 3 вместе. Так, следующая изнаночная. И эту косичку мы вяжем с наклоном вправо. То есть 3 петли снимаем и оставляем их за работой. Первые мы оставляли перед работой, эти за работой. Вяжем 3 лицевых. И затем 3 петли с дополнительной спицы. Вяжем тоже лицевыми. Три. Одна изнаночная. И дальше продолжаем вязать до конца ряда. Так, провязали. Ну и дальше у нас узор повторяется со второго ряда. То есть повторяем со второго по пятый ряд. Снова вяжем кромочную, снимаем лицевую за переднюю стенку, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, 6 изнаночных. Одна лицевая и дальше повторение. Лицевая за переднюю стенку, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая за переднюю стенку и обычная лицевая. И вот вяжем. Продолжаем вязать дальше. Так, теперь нам нужно будет связать глубину шапочки. Дальше продолжаем вязать вот такой вот рисунок, повторяя со второго по пятый ряд. И вяжем глубину шапочки. Косичку, вот переплетение, можно чередовать через раппорт. В каждом восьмом ряду получится у нас вот переплетение косички. Итак, глубину шапочки мы связали, у меня получилось 15 сантиметров. И дальше мы продолжаем вязать и закрываем вот заднюю часть. То есть общее количество петель делим на 3. И если у вас
остается остаток, то его прибавляем вот к середине, вот к центральной части. И закрываем по принципу пятки. Так, значит, я закрывать буду следующим образом, начиная от изнаночной перед косички и заканчивая изнаночной после косички. То есть, чтобы узор у меня не нарушался, то есть у меня по задней части шапочки пойдет вот две косички и центральные вот эти вот петли. Итак, этот ряд я провязываю. Так, тут можно провязать вот как бы чередуя лицевую и изнаночную без накида, потому что тут у нас все равно будет закрываться. Так, эти петли я провязываю. 21 и 22 петли. 22 петли у меня пойдет с одной стороны и 22 с другой стороны и в середине. Так, я их тоже провязываю. 8. Так, здесь мы продолжаем вязать по рисунку. Тут у нас будет накид. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Так, и 23 петля изнаночная. Ее мы провязываем уже вот 2 вместе с вот этими петлями, которые у нас остаются. Так, провязываем через протяжку, вот 23 петлю снимаем, следующую мы провязываем лицевой и протягиваем через снятую. Так, вот, дальше мы поворачиваем и уже работаем вот этими 23 петлями. Первую кромочную мы будем снимать, дальше мы провязываем, чтобы у нас был рисунок. Так, и вот здесь у нас петля, которая изнаночная перед косичкой, ее провязываем 2 вместе изнаночной петлей. Так, и снова продолжаем, поворачиваем и продолжаем закрывать, пока у нас не останется на спицах вот эти вот петли центральные, которые вот в серединке. Эти все петли мы должны закрыть. То есть закрываем по принципу пятки. Так, итак, все петельки закрыли. Вот такая вот шапулька у меня получилась пока что. Так, сзади все закрыто. Вот, и теперь нам нужно собрать все петли. То есть набрать по кромочной, вот здесь вот закрытые петли. Так, вот эти петли, которые мы оставляли. Ну, в общем, по кругу все петли одеть на круговые спицы и продолжим вязание. То есть таким вот образом мы набираем по кромке. Итак, по кругу петли набрали. И теперь переходим на спицы потоньше, то есть теми же спицами, что мы вязали в начале вот эту резинку. В моем случае это спицы номер 3,5. И вяжем также резинку, ну, примерно 5 сантиметров. То есть это у нас будет вот шея. Так, чередуем одну лицевую и одну изнаночную. Лицевая и изнаночная. Если вы вяжете на совсем маленького ребенка, то может быть длина резинки не 5 сантиметров, а поменьше. Допустим, 3 или 4 сантиметра. То есть уже ориентируйтесь сами. Итак, резиночку мы связали. Вот примерно так у нас получилось. Так, и теперь мы продолжаем вязать дальше и вывязывать манишку. Для этого нам нужно будет сделать некоторые расчеты, то есть посчитать общее количество петель
по кругу, которая у нас находится на спицах, и разделить их на 3. Так, в моем случае это 78 петель, разделить на 3 получается по 26 петель. Так, и распределяем их следующим образом: 26 петель впереди будет, 26 петель сзади будет, и третья часть, 26 петель, мы делим еще пополам, то есть выходит по 13 петель, то есть 13 петель на одно плечо и 13 петель на другое плечо. И теперь мы провяжем ряд и разметим. То есть вязание начинаю вот от начала, с центра, вот отсюда. Так, и отсюда я буду считать 13 петель в одну сторону и 13 петель в другую сторону, чтобы у меня получилось именно вот впереди по центру. Так, тут нам понадобятся вот маркеры. Так, и вяжем первый ряд. Так, манишку, каким узором вы будете вязать, это вы решите сами. Но я думаю, что не стоит вязать какие-то косички, чтобы здесь под одеждой не сковывало движение у ребенка и не было слишком туго. То есть я продолжу вязание просто узором рис. То есть чередуем лицевую, изнаночную, и следующий ряд меняем. То есть лицевая, изнаночная, а в следующем ряду вяжем изнаночная, лицевая. То есть я думаю, что вы все знаете, как вяжется этот узор. Так, итак, вяжем первый ряд, и я провязываю 13 петель. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Так, здесь я цепляю маркер. Так, здесь мне нужно будет провязать 13 петель на плечо. То есть, чтобы как-то разделить, вот по 2 полоски я лицевых пущу в начале и в конце. То есть, следующие 2 я провязываю лицевыми, а дальше будет по рисунку. Итак, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, так, и 12, 13 будут у меня лицевые. Дальше я снова креплю маркер, и дальше я вяжу 26 петель. Так, 24, 25 и 26. Провязала. Так, снова маркер. Так, следующие 13 петель. Так, 2 лицевых. Дальше по рисунку. 11. Так, 12 и 13. И снова маркер. До центра оставшиеся 13 петель я провязываю. Так, ну вот. Ряд мы провязали и разметили. Теперь у нас идет впереди и сзади по 26 петель и на плечи по 13 петель. Ну и дальше мы продолжаем вязать и делать прибавление вот по плечу, то есть по линии реглана. Вывязываем реглан. Так, и здесь вот нам надо будет делать прибавление. Так, прибавление делаем из протяжки. Так, и чтобы не было дырочки, мы ее просто как бы перекрещиваем.
таким образом. Сделали. Так, маркер я оставляю пока. Так, две лицевые. И снова из протяжки. То есть ее перекручиваем. Таким образом. Можно оставить дырочки, как хотите. Так, ну и дальше я уже вяжу по рисунку. То есть, где я вязала изнаночные, вяжу лицевые, лицевые изнаночные. То есть, ну, чередуем. Вяжем узор рис или какой-то другой узор. Так, и здесь мы тоже делаем прибавление, значит, из протяжки. Так, петлю перекрещиваем, провязываем ее лицевой, дальше 2 лицевых, так, и маркер пока тоже оставляю. Так, и следующее прибавление тоже из протяжки. И тоже ее перекрестила. Так, и продолжаем вязать дальше. И тоже по второму плечу тоже таким же образом делаем прибавление. Так, прибавление часто делать не надо, иначе будет слишком такие большие плечи. Так, прибавление мы будем делать в каждом четвертом ряду. Провязать примерно 20 рядов. И в каждом четвертом ряду делаем вот такие вот прибавления. Ну и дальше продолжаем вязать тем узором, который вы выбрали для вязания манишки. То есть я вяжу узором рис. Так, ну и вяжем и делаем прибавление. Примерно 20 рядов, и в каждом четвертом ряду мы прибавляем по линии реглана. По одной петле. Вот перед вот этими двумя лицевыми и после. И здесь также. И на втором плече точно таким же образом. Так, ну вот такая вот длина у меня получилась. Если нужно, то можете сделать еще подлиннее. Это на ваше усмотрение. И когда связали достаточную длину, я провязала 20 рядов, то дальше закрываем все петельки по кругу. Закрывать лучше не с серединки, а вот где-то с уголка, чтобы ровненько было, чтобы не было никаких ступенек. Так, ну и вот закрываем дальше все петли нашей манишки. Так, ну вот и все. Шапочка, шлем готова. Вот такая вот она получилась. Вот внутри, снутри можно чем-нибудь ее утеплить, например, флисом, и тогда будет вообще замечательно. Так, здесь хвостик заправляем с помощью крючка, и если край шибко заворачивается, то можно обвязать просто крючком. Ну, я думаю, что я не буду обвязывать, оно так нормально будет. Вот и шейка закрыта, и плечики закрыты. Вот, вот такая вот оригинальная шапулька получилась. Ставьте пальчик вверх, если вам понравилось. Жду ваши комментарии, лайки. И всем пока и до встречи в новых видео.